Доброго вечора глядачам телеканалу ЗЕТ. Це програма здоров'я. Я її ведуча Анна Миронова, і ми починаємо. Болить голова, ймовірно, у вас мігрень. Саме про діагностику та лікування мігрені будемо сьогодні спілкуватись із нашим експертом, почуємо поради, як профілактично запобігти такому захворюванню. Тож представляю нашого сьогоднішнього гостя. Це невропатолог, вертебролог, мануальний терапевт Валерій Олександрович Євдокимов. Доброго вечора. Доброго вечора. пане Валерію. Ми знаємо, що 12 вересня весь світ відзначав Всесвітній день боротьби з мігренню. Чому це настільки актуальна проблема? І чому так часто ми чуємо це слово мігрень? Мне кажется, что наоборот, в последнее время э, головной боли уделяется все меньше и меньше внимания. Ну, казалось бы, голова болит у всех, да, и mm -hmm. никто, по сути, на это не обращает внимания. А головная боль у женщин — это вообще повод для шуток, да, ведь mm -hmm. это отшутиться можно на любой случай. Или, допустим, у человека болит голова, можно на работу не пойти, да, и остальные причины. Мигрень и... Мигрень, головная боль, напряжение и зубной кариес являются одними из самых наиболее распространенных заболеваний во всем мире. Поэтому о головной боли мы должны говорить, потому что именно мигрень составляет около, поражает 20% работоспособного населения. И если представьте на секундочку, да, что если, допустим, у женщины мигрень началась 15 лет, и хотя бы приступ один, встречается один приступ в неделю, а ей сейчас 55 лет, то фактически она провела с приступами мигрени пять с половиной лет, это считайте, что пять с половиной лет выкинутой жизни, это mm -hmm. практически учеба в институте, да, допустим, вот поэтому мигрень очень актуальна. И самая большая проблема мигрени в том, что она поражает именно вот трудоспособное население и самые лучшие годы, вот эти молодые годы, когда они просто выкинуты из жизни, потому что человек не может не планировать свою жизнь, планировать свой отпуск, уделять время своим родственникам и близким, и вообще жить полноценной активной жизни вот а вот. А кто же чаще страждает на мигрени, Человек и женки. Ну да, конечно же, в три раза чаще страдают женщины. Если, допустим, дети э, до, до пубертатного периода это соотношение один к одному, то э, как только наступает пубертат, то девочки, конечно, вырываются вперед. И mm -hmm. вот это соотношение три к одному. Не зря э, есть даже такая форма мигрени, э, менструальная, да, которая появляется у женщин до там, за несколько дней, за два дня до цикла и может быть после то есть это связано с тем что во, до, во время цикла происходит снижение эстрогенов и наступает э, приступ головной боли наоборот если допустим же женщина беременна то у нее наоборот вырастает количество женских половых гормонов в организме. Тот же эстроген, прогестерон, а это защитные гормоны, и организм защищает от мигрени. И даже 80% случаев, то есть 80% пациентов может спокойно жить абсолютно без мигрени и забыть о Но только роды проходят, все опять возвращается на круги своя. Uh -huh. А чему же самый выникает при мигрении? Счет Это на мозга, чи це остеохондроз, чи чтось інше. Ну, это вот такие, знаете, типичные заблуждения. Uh -huh. да? Многие до сих пор считают, что голова может болеть от сосудов, голова может болеть от uh, остеохондроза. Нет, ни то, ни иное не играет никакой роли в генезе этих симптомов головных болей. Uh, мигрень по сути, это uh, определенное заболевание головного мозга, которое говорит о том, что мозг работает. Работает неправильно. Вообще, все головные боли можно разделить на две большие категории первичные и вторичные. Чаще всего, когда, допустим, ко мне пациент приходит на прием, моя главная задача исключить вторичную головную боль. Вторичная головная боль чаще всего является следствием какого-либо заболевания. Допустим, у пациента менингит, у него болит голова. У пациента гайморит. У него болит голова. Он ударился, попал в ДТП, травма. Это травматическая головная боль. То есть мы должны исключить те состояния, симптомом которых является головная боль. Mm -hmm. Когда мы исключили, то остается как раз 90 Чаще всего это первичные головные боли. На нашу радость, вот врачей, вот эти вторичные головные боли встречаются крайне редко. То есть это фактически 5-10% всех случаев головных болей. Остальные головные боли это первичные, это мигрень и головная боль напряжения. Головная боль напряжения встречается э, чаще, наоборот. Она не такая выражена, она не такая яркая. И если к врачу пациент приходит с головной болью, то в 80% случаев это мигрень. А как распознать все-таки мигрень среди інших головных болей? Какая симптоматика характерна? Ну, прежде всего мигрень отличается от всех других головных болей. И если вот мы говорили с вами о головной боли напряжения, то она чаще всего такая разлетая, она давящая, вот по типу каски, одетой на голову или шапки, она не усиливается от нагрузки, она не интенсивная. То мигрень имеет свои такие вот характерные черты. Прежде всего это чаще всего одна половина головы, да, то ли справа, то ли слева. Конечно, нет какой-то четкой да, разделительной полосы, которая бы сказала бы, что вот так. Но в любом случае акцент либо больше справа, либо больше слева. А головная боль чаще всего пульсирующая. Она сопровождается тошнотой, рвотой, может быть. Также она усиливается при любых движениях, при любой физической нагрузке. И сопровождается фото- и фонофобией, то есть звука и светобоязнью. Чаще всего таких приступов должно быть минимум 5, чтобы мы могли поставить диагноз мигрени или хотя бы заподозрить. Но, что, как получается в реальной да, ситуации, пациенты уже приходят, чаще всего с большим количеством таких приступов. Такие приступы, они стереотипны, то есть они одинаковые, они повторяются. Пациенты к ним уже привыкли, они научились правильно с ними бороться. То есть они знают, какие обезболивающие помогают, какую дозу принимать, в какую темную комнату спрятаться, кого попросить не трогать, чтобы не отвлекали. То есть пациенты уже осведомлены об этой проблеме и знают, как с ней бороться. А вот это еще... мигрень, да. А які чинники та фактори можуть спровокувати приступ Мігрень настільки Мигри настолько що заболевание, вот, факторів дуже багато. Самим головним таким тригером, який запускає приступ мігрені, є емоційний стрес. Вот мы порадовали сильно какую-то ситуацию, да, все, у человека болит голова. Мы наоборот в тревоге, в депрессии обязательно будет приступ мигрени. Следующее это чрезмерная физическая активность, то есть вы поработали тяжело, да, допустим, у вас болит голова. Дальше это нарушение питания, то есть голод, да, допустим, я знаю по себе, что если я пропущу, допустим, не покушаю там вовремя, у меня будет разграется мигрень. То есть классическая ситуация, вот голод, даже диета, допустим, да, вот. Вот угу. Я замечал такую особенность, что во время постов вот, количество пациентов а, с мигренью увеличивается. То есть угу. вот, провоцирующий голод является таким а, важным аспектом. Дальше. Это обезвоживание. Это нарушение сна как недосып, так и пересып. Вот, допустим, у пациентов часто есть такая ситуация, как мигрень выходного дня. Что это значит? Вот, допустим, вы работаете и ложитесь спать в 11, встаете в 6, и на выходных вы хотите отоспаться. Только вы отоспались, у вас обязательно разыграется головная боль, потому что а, а, ну, такой порядок, по сути, механизм возникновения, и не зря называют её мигрень субботы или выходного дня. А, Эмоции мы уже сказали. Но mm -hmm. вот это, наверное, самые главные такие факторы, которые могут запустить. И, в принципе, еще бы я бы отметил продукты питания. Вот, допустим, сыр те продукты, которые содержат тирамин. Это сыр, это шоколад, это бобовые могут вызывать, это алкоголь, вот шампанское очень часто пациенты говорят. То есть, в принципе, те пациенты, которые много лет страдают мигренью, они уже знают свои триггеры и пытаются их обходить, потому что приступ мигрени может длиться до 72 часов, и не обязательно mm -hmm. мы можем его сразу купировать. Поэтому, если вы избежите приступа мигрени, исключив эти факторы, Ви тільки будьте щасливі і збіжати цього приступу. Насправді ми настільки звикли жити з цими головними болями. Досить часто можна почути. Та в мене мігрень там вчора, вчора була позавчора. А чим же небезпечне таке захворювання? Чаще всього ми боїмося. Ну, в принципі, да, чого ми боїмося? Мигрень бывает как с аурой, так и без. Вот что такое аура? Это такие зрительные вспышки, которые наблюдаются перед приступом мигрени. Такие зигзаги, световые феномены. Она встречается нечасто. Чаще всего мигрень бывает без ауры. И вот в норме аура длится до 60 минут. Если аура длится больше, мы можем подумать о развитии мигренозного инсульта. Это такое важное, тяжелое состояние, которое мы должны как не допустить, так и вовремя диагностировать. Это первое. И второе, мы боимся чаще всего, это хронизация мигрени, когда количество приступов увеличивается, и мигрень меняет свои характеристики, она становится совершенно другой. Что значит хроническая мигрень? Когда пациент много лет страдал вот такой классической тяжелой мигренью, а потом после стресса, тревоги, эмоций, там, других различных факторов происходит хронизация. Кстати, кофе. Избыточный прием кофеина и кофеиносодержащих препаратов способствует хронизации мигрени. То есть количество приступов увеличивается, и э, мигрень теряет свои характерные особенности. Она не такая яркая, не такая э, окрашенная вот этими вегетативными приступами, как э, тошнота, рвота, но... Помимо этих приступов появляется вот такая фоновая, ежедневная, постоянная головная боль. Это не сильная головная боль, где-то 1-2 балла по 10-больной шкале, но она фактически постоянно. И вот с такой, понимаете, у вас была одна головная боль, да, допустим, ну, там 3-4 приступа, да, а так фактически у вас тех приступов количество увеличилось. И вот эта ежедневная монотонная боль, она тоже каждый день. Поэтому вот этого мы должны постараться избежать. Ну и самое главное, это качество жизни. Мы все хотим жить полноценной жизнью, ездить в отпуск, планировать свой досуг, а не лежать в темной комнате э, с полотенцем на голове. А как правильно диагностировать, мигрень? Конечно, диагностикой мигрени прежде всего занимается врач. И вот какого-то особого обследования дополнительного для мигрени не надо. Что происходит на практике? У пациента болит голова. Его отправляют на МРТ, его отправляют на доплерографию судов головного мозга, РЭК, электроэнцефалограмма. Масса обследований. Как должно быть на самом деле, если у вас головная боль? вы должны прийти к доктору-невропатологу, который прицельно занимается головной болью. Врач вас осматривает, да, характеристики боли. Вот одно, второе, третье, о чем мы с вами говорили. И если э, все это соответствует вот этим критериям, э, что значит это мигрень? Но во время осмотра мы должны исключить так называемые красные флажки. Что это значит? Когда вот такая мигренеподобная головная боль является симптомом другого заболевания. Mm -hmm. Что это значит? Прежде всего, когда головная боль сопровождается сыпью или лихорадкой когда головная боль появилась у пациентов старше 50 лет. Чаще всего мигрень – это молодой подростковый возраст, то есть пациенты с ней живут много лет. Но если впервые появилась головная боль, об этом нужно задуматься. Если это граммоподобная боль, как кинжал, у меня были пациенты, у кого было субархнодальное кровоизлияние, то есть это кровоизлияние у мозг, то это проявилось вот такой молниеносной, мгновенной, очень сильной боль. Где-то 10 из 10 – это очень сильная боль. Да, и допустим, если мы при осмотре смотрим пациента молоточком и видим ну, какие-то симптомы, которые говорят нам о том, что а, ну то есть их не должно быть в норме, mm -hmm. либо. Количество приступов участилось. Либо если, допустим, у вас была головная боль, но она стала другой. То есть раньше она у вас давила, а теперь стала почему-то пульсировать. То есть, вот это те красные флажки, которые э, говорят о том, что нужно обратить внимание, если они есть, мы обязательно направляем на какое-то дополнительное обследование. Вот то же самое МРТ. Если этого нет, мы э, вот основываемся на, э, на диагностике, прежде всего на клинической. То есть это только осмотр, жалобы и э, Потом смотрим на эффективность лечения. То есть вот это главное. Как у нас происходит наоборот? Пациенты обследуются, куча обследований. Вот представьте, да, вы получили какое-то там МРТ, а там страшные слова, там расширены какие-то пространства, угу, что-то там нашли, да, еще все у человека паника. У человека паника, у него тревога, у него головная боль, напряжение разыгралось. И это способствует тому, что та же самая мигрень быстро не купируется, если она у него есть. То есть все надо делать с умом и обращаться за помощью к врачу обязательно. А при внутрішньочерепному тиску теж можна відчувати такий здавлюючий, стискаючий біль в голові. Це теж мігрень? Нет, внутричерепное давление у нас в стране есть большая гипердиагностика. І когда я начинал работать еще невропатологом много лет назад, особенно детям, повально ставили внутричерепного давления. <говори> Этот диагноз существует, но это крайне редкое состояние. И чаще всего причина его является первой: либо это какие-то объемные образования головного мозга, то есть опухоль, да, допустим, вот что-то что -то растущее, то есть mm -hmm. дополнительное. Но тогда у таких пациентов есть головная боль и какие-то симптомы дополнительные, либо это идиопатическое, когда причина не ясна. Мы не находим причин, но обязательно какие э, характеристики головной боли при повышенном внутричерепном давлении? Первое, это головные боли, которые усиливаются, при, не возникают, а усиливаются при чихании, кашле и особенно в горизонтальном положении. И второе, головные боли всегда сопровождаются нарушением зрения. То есть это не только вот эти мушки, когда при мигрении сауры, это сужение поля зрения, то есть когда как в трубу, допустим, сужается, mm -hmm. это нечеткость краев. То есть в таких случаях нам на помощь приходит окулист, который на обследование глазного дна видит застойные явления или отек диска зрительного нерва. То есть, когда подтверждается не только по МРТ, да, там нарушение ликворотока, но и глазное дно, это говорит о том, что действительно есть этот диагноз. В большинстве случаев это не подтверждается, поэтому мы на этом не заостряем свое внимание. А как же ликуватый мигрень? Чи треба одразу пить знеболювальней, чи, можливо, есть какие-то другие варианты? Ну, классическим э, способом ведения мигрени во всем мире является использование обезболивающих препаратов по требованию. То есть, если у вас частота приступов, да, там, ну, допустим, до 3-4, то вы принимаете любой э, анали... э, обезболивающий препарат на ваш выбор. Чаще всего это безрецептурный препарат, так в Европе э, используется, и вы купируете приступ своей мигрени. То есть это может быть классические обезболивающие препараты вот по типу э, парацетамола, ибупрофена, диклофенака, то есть то, что оборвет приступ мигрени. А, также разработаны в прошлом веке специальные препараты для лечения мигрени, так называемые триптаны, суматриптаны, ризотриптаны. Вот эти препараты, они специфичные, специфичные для мигрени, и в 70% случаев, они позволяют купировать приступ фактически ну, очень быстро, там, в течение двух часов, чтобы он не развился. Самое главное это понять, что есть определенные правила приема обезболивающих препаратов. Mm -hmm. Какие? То есть, если у вас разыгралась э, приступ головной боли, не надо ждать пика. Вот у меня был пациент, который сказал: А мне доктор сказал терпеть. Вот когда будет совсем плохо, тогда пей таблетку. Вот с мигренью это так не работает, потому что приступ может затянуться до 72 часов, а то и больше, когда это уже мигренозный статус, и это, по сути, такое вот тяжелое реанимационное состояние. То нужно сразу принимать препарат. У вас должно быть там свой триптан, допустим, либо какой-то обезболивающий препарат. И только начинается приступ, вы выпиваете. Следующее. Вы должны принимать ту дозу, которую назначил вам врач. Что происходит на практике? Пациент начинает делить четвертинку, половинку. И если, допустим, у него происходит купирование дозы, допустим, на трех таблетках ибупрофена, а он выпил одну, то, конечно, приступ не пройдет. Понятно, у -у -у. что будет болеть, и это все закончится не очень хорошо. Несколько дней просто выпадут из жизни. Дальше. Запивать обильным количеством воды. То есть стакан минимум нужно выпить. Я понимаю, что может тошнить, может быть рвота. Тогда принимаются еще дополнительно противорвотные препараты. И чаще всего пациенты об этом осведомлены. То есть вот эти правила, они крайне важны. То есть либо триптан, либо противовоспалительный обезболивающий препарат, но вовремя, и тогда м, приступа не будет. Но ну, есть такое правило, мне кажется, что есть боли, которые терпеть не можно. Так, это тот самый зубный боль, головный боль, и там еще третий вид боли, которые не терпятся. Так, из мы в такой ситуации вот боимся развития абузусной головной боли, когда пациенты, многие начинают принимать бесконтрольно препараты, да? вот только заболело и он каждый день пьет обезболивающий. Это тоже очень плохо, потому что это все приводит к развитию так называемой абузусной головной боли, когда обезболивающий, наоборот поддерживают и усиливают э, интенсивность боли. То есть нельзя принимать э, значит, для простых обезболивающих не больше 15 таблеток в месяц, а для трептанов не больше 10. То есть, если вы будете соблюдать эти правила, вы можете вот так с мигренью жить долго счастливо и просто купировать приступ и не, и не дожидаться. То есть, если вы перейдете эту границу, то через три месяца обязательно будет хронизация процесса и формирование абузусной головной боли. А в каких же выпадках все-таки треба вернуться к лекарю? То есть, вы привыкли, вы знаете, как зупинить эту головную боль, так А что должно такого, чтобы вы все-таки вернулись к неврологу? Ну, чаще всего 200 ситуации ситуации такие глобальные. Первое, это когда увеличилось количество приступов. То есть вы жили спокойно, у вас было, допустим, 2-3 приступа в месяц, и вы с ними как-то справлялись произошел стресс в вашей жизни, какая-то еще какая-то ситуация, и приступов стало 6-7. Угу. Вам стало некомфортно. И если приступ стал длиться, допустим, 2 дня, то 6-7 на 2 – это 14-15 дней просто выкинутые из жизни. Поэтому вы идете к врачу. Либо перестали помогать препараты. Угу. Эта тоже ситуация бывает часто. Поэтому мы должны скоррегировать пациенту терапию и так, научить его, как правильно в этой ситуации быть. А как профилактично можно себе Вот э, Профилактическая терапия при лечении мигрени она имеет немножечко другую э, особенность. Мы как привыкли, да, что если мы помоем руки, мы профилактируем заболевания инфекционные, да, различные. То с мигренью это так не работает. А профилактическая терапия добавляется тогда, когда у пациента большое количество приступов. То есть мы должны снизить частоту и интенсивность приступов. И если у пациента 6-7 приступов, то есть когда мы назначаем профилактическое лечение, когда у пациентов приступов больше 4, угу. и он, а если, допустим, я уже говорю, приступ длится 2-3 дня, то это фактически 4 на 3, то есть максимум 12 дней. Либо, допустим, у пациента может быть вот 3 дня, 3 приступа, но они длительные. То есть вот такие особенности, когда а, пациенту нужно менять а, терапию, а, допустим, больше а, 10-15 вот препаратов, которые, я говорил, вы не можете давать. Поэтому нам на, на помощь приходит профилактическая терапия. Какие препараты используются? Используются сердечные препараты, противоэпилептические препараты, антидепрессанты используются. То есть это совершенно другая группа препаратов. Она не обезболивает никоим образом, но она снижает частоту и интенсивность приступов. И uh -huh эти препараты назначаются только врачом-невропатологом. То есть не самостоятельно. Это чаще всего, допустим, некоторые это рецептурные препараты. Угу. Знову же таки, акцентуем увагу на том, на том, что в дома самостоятельно не варто себе назначать. И не надо принимать вот ту таблетку, которая пьет ваша соседка. Однозначно. А скажи, будь ласка, чи есть новые достижения в исследованиях диагностики таликувания мигрени? Сейчас, вот действительно, в последнее время произошел прорыв в изучении мигрени. Так называемая, вот на первый план вышла три теория мигрени. Что это значит? Считается, что вот в генезе в образовании мигрени большую роль играет троничный нерв. И ученые нашли такое вещество, оно называется CGRP, то есть кальций, э, родственный пептид. То есть когда его он выделяется, это способствует тому, что сосуды расширяются. И вот ученые доказали, что когда после приема трептана при головной боли у пациентов количество CGRP уменьшается. Поэтому они сделали вывод, что... Когда его мало, то и можно купировать приступ мигрении угу. Поэтому сейчас, в последнее время, были изобретены моноклональные антитела. Это специальные препараты, которые воздействуют на вот эти CGRP-рецепторы. Угу. Они только в этом году появились в Украине, в том году в России, а во всем мире они используются уже 4-5 лет. И вот действительно при хронических формах это считается сейчас панацеей. То есть вы можете ввести этот препарат, он колется там раз в несколько месяцев подкожно, да, как вот прививка от вида или что-то еще uh -huh, uh -huh. и вы значительно урежаете частоту этих приступов огромный минус во всем этом что это цена препарат очень дорогой и к сожалению вот украинцам он не по карману поэтому на первый план выходят это вот эти препараты о которых мы рассказывали обезболивающие трептаны и профилактическая терапия поэтому ну это вот это. и а, также еще для, для купирования хронической мигрени используют ботулотоксин мы все знаем, да, мы в эстетической медицине используем все, но вот введение ботулотоксина позволяет тоже профилактировать и уменьшить частоту приступов, и врачи этим пользуются. Я, как як людина, которая теж живет постоянно с мигренью, я знаю, что существует такой ежедневный головного боли. Как его правильно вести, и в каких случаях его нужно Ну, Я своим пациентам всем, кто ко мне приходит, всегда говорю, ведите дневник головной боли. То есть он позволяет нам оценить, а, что вообще происходит с пациентом. То есть, допустим, если вы придете в Европе к врачу-невропатологу, то вам сначала дадут дневник и попросят месяц его вести, чтобы хотя бы понять, какая ситуация. Что нужно записывать в дневник? Прежде всего, когда возникла головная боль. То есть сколько раз в неделю приступ возникает, как долго он длится, чем купируется, то есть какой препарат вы приняли, потому что многие пациенты считают, что, допустим, у меня, говорят, у меня голова болит постоянно, а по дневнику там 3-4 приступа в месяц. Mm -hmm. То есть вот чисто для этого. И что является триггером? провоцирующим вот этим моментом в образовании, э, в инициации приступа. Поэтому, когда есть дневник, вы, по крайней мере, можете объективно оценивать ситуацию с головными болями. А чем он помогает лекарю, это А вот мы смотрим на частоту приступов. Да? Допустим, если это три приступа, то э, мы, я пациенту не назначу профилактическое лечение. Если же количество там, от 4 и выше, а если есть еще и больше 15, это хроническая форма мигрени, то, конечно, э, мы можем понять ситуацию. И опять же, да, приступ приступу рознь. У кого-то до 24 часов, а у кого-то и полных 72. Поэтому угу. вот в этом его большой плюс. Как в себе в дома можно допомогти уменьшить эту количество выпадков? Ну, наверное, это будет самый такой неинтересный для всех способ лечения, да, это, конечно вести здоровый образ жизни. Потому что наши пациенты привыкли какую-то одну кремлевскую таблетку, которая решит все их проблемы. Нет, это так не работает. Поэтому здоровый образ жизни, полноценное питание, избегать вот этих приступов голода, поэтому если вы знаете, что у вас мигрень, вы знаете, что у вас разыграется приступ, возьмите с собой какой-то перекус обязательно, дальше спите, спите полноценно, высыпайтесь, и если это выходные, не пересыпайте и обязательно занимайтесь физически какой-то нагрузкой, спорт, э, релаксом, то есть вот эти простые способы, они позволят вам значительно снизить частоту приступов, радуйтесь жизни. Вот это, наверное, самое а чому взагалі мігрень це проблема молодого покоління? Чому так відбувається? Чи через зміни в організмі, чи куди дівається цей головний біль з віком? Ну, с возрастом, конечно, у женщин это связано вот с гормональным фоном, и большая часть мигрени с учетом старшего возраста, она уходит вниз. То есть у пациента старшего возраста мигрень можно встретить крайне редко. Ну, то есть это не такая нетипичная ситуация. В основном это вот молодежь, которая активная. Вообще, кто болеет мигренью? Чаще всего это люди активные, с такой, весь какой-то активной жизненной позицией, которые требуют много от себя, от других, у которых все под контролем. То есть вот у таких жизнедеятельных, таких холериков, сангвиников, у них всегда есть мигрень. Mm -hmm. Опять же, да, давайте не забывать, вот я не сказал в течение программы, что мигрень это чаще всего генетически предрасположенное заболевание. Mm -hmm. Это как цвет глаз. То есть, если у мамы была мигрень, то у, у ребенка чаще всего она будет обязательно. Поэтому э, вот это тоже момент нужно учитывать. Это тоже в копилочку диагноза мигрени. Угу. наследственность. И как як будто, если ты знаешь точно, что в маму в твоей была мигрень, то краще профилактично до этого готовиться, чи все таки чекати на эти приступы и потом же их лікувати? Нужно наблюдать за своими детьми, потому что у детей мигрень имеет совершенно другие характеристики. Она может проявляться головокружением, она может проявляться болями в животе, рвотами такими циклическими, если они повторяются пациента сразу везут в больницу, исключают аппендицит. То есть если вы частый гость хирургического отделения и ничего не находит, а у мамы есть мигрень, то однозначно это вот различные варианты мигрени. И нужно уже обращать на это внимание и при необходимости профилактировать, потому что ну, у ребенка тоже качество жизни снижается. Это первое. Вот. А когда уже, допустим, а если, допустим, это менструальная мигрень, да, то если вы знаете, что за два дня у вас будет приступ, обязательно принимайте какие-то противовоспалительные препараты которые просто будут этот приступ не давать ему развиваться. То есть вы сами можете формировать, варьировать свою жизнь вот, в зависимости от тех симптомов, которые у вас есть. То есть если вы знаете, что мигрень у вас, вы сможете уже к ней подготовиться. Вот это самое главное. А как часто до вас вертаются пациенты с такой проблемой? Ой, вы знаете, вот только вчера была пациентка тоже, которой я первый раз выставили мигрень. У нее головные боли давно. Она с ними уже как-то научилась справляться. Лекарства обезболивающие не всегда принимают, и для нее тоже было новостью узнать, что у нее мигрень. Mm -hmm. Понимаете, то есть вот эта неосведомленность о мигрении она имеет такие какие-то колоссальные глобальные проблемы, потому что все, как еще раз, как я говорил, головную боль недооценивают. Ну болит, mm -hmm. болит, переболит, как говорила наша коллега. То есть ну вот вот такое отношение и Кожен день зустрічаються пацієнти з мігрінню. Маємо надію, що все-таки ми доживемо до того часу, коли навчимося лікувати мігрень остаточно, так а не залишати її до наступного приступу. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувались із невропатологом, вертебрологом, мануальним терапевтом Валерієм Олександровичем Євдокимовим про мігрень, про діагностику та лікування цього захворювання. Сподіваємось, вам знадобляться корисні поради від нашого лікаря в майбутньому житті. На цьому це все. Зберігайте спокій. До побачення.